Всем доброго времени суток, с вами Артём, это третья серия прохождения Battlefield Bad Company 2. Мы по-прежнему играем за американский спецназ, и мы находимся опять где-то в джунглях Амазонки. В общем, мы ищем, я не помню кого, не то нашего агента поймали, не то мы ищем чужого агента, я до сих пор... Лежать! Там снайперская позиция, держит реку! Марлоу, он твой, давай по-тихому. Он мой? А, по-тихому, подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, это какие-то колумбийцы. Что там случилось? Что случилось? Я же его убил. Его надо было вальнуть. Лежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Может мне, когда удар грома будет? Да не двигайся ты. Или когда музыка... Ну будет гром, нет? Ёбаный в рот. Мне его ножом. Написали бы, что делать. Я же не знаю. Вон. Все равно заметил. А как? Лежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. По-тихому. А сейчас типа не заметил. Это русский? Я то же самое сделал. Куда его тащат? Так мы русского ищем. Понятия не имею. Но есть идея насчет... Вон тот хрен лысый, он же знает, секрет знает. Мы подберемся поближе. Ты валишь охрану с плетки. Под раскаты грома давай, понял? Под раскаты уже грома. Уже поздно сказать, как жаль, что я сам не допер. Мне надо грома ожидать. Все, мы пошли, будь начеку. А без грома можно? С пулемета и атомную бомбу туда, и все дело. Или мы... Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Так, а... Дождись раската грома и вали его. Не понял. А какой у меня? Огонь по готовности. Один есть. Прекрасный выстрел. А где еще один? Двигаемся, сержант. Пошли. Две цели на дальнем причале. Ага. Дистанция до цели. 7, 2. Ветер. 5 узлов. Жди раскат грома. Молодец. Двигаемся дальше. Понял. Не только снайпером работать. Блять, я бы... Ух, сука, на войне что бы творил. Тысячами убивал. Где? А, вот надо за ним следить. Ага, вот это. Враг на 12 часов. Но он и жди двигается. Огонь по готовности. Отлично сработано, приятель. Да я вообще классик. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. А можно сразу двоих? Огонь по готовности. Двоих одним удар. Можно бочку взорвать? Хорош. А где офицер? Подожди. Касолина. Флаг. Что такое? Мы получили, что нужно. Все? Все чисто. Взвод, ко мне. Благодаря мне. Истинный снайпер, американский спецназ. Встретитесь с отрядом. Подожди. У меня такая еще есть. Ну-ка я ебну ей. Или нельзя? Ладно. Встретитесь. Это мне сейчас к ним пешком туда идти? Да вы издеваетесь. Дождик еще идет. Сыро везде мокло. Сейчас подскользнусь, упаду. Подыши, маленько, подыши.
Это враг? А почему у меня три этих прицела? Вот. Раз, два, три. Средний. Это лодка. Ой, я тут как реалистично лодку звуки издаю. Я жду, кто тут карабкается. Ну что ж, уже лучше. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? Ковбои? Черт, не, да ковбои вот никогда это... не воевали. Далласские ковбои каждое воскресенье воюют. Иногда по понедельникам. Давайте найдем Гуайра, ладно? Слышь ты, американский Даллас, техасцы круче всех. Престон, минометы противника. Назад! А чего я не предупредил? А ты, знаешь, можешь ходить, да? Ну я снайпер, я должен позади всех быть. Ребята, если что, я ваши попы прикрываю. Чё это? Ребята, не стоять. Стоять, стоять. Растяжка. Ага. Чёрт, как ты её увидел? Чуть её Человека-паука сработало. Спасибо, спасибо, Хэ. А я слышь, тогда этот... Я вообще-то не за кольцевой рост, придурок. Чего вы ругаетесь? Хорош. Война. Потом после войны будете разбираться, кто где вырос. Где враги-то все? Опять джунгли. Тихо. Черт! Световая! Ждем! Это наш? Как их, блядь, тут под них теперь надо смотреть? Я ни хера не вижу. Ну? Никого. Да, блядь, ты так не пугай. Нам куда вообще надо? Сохранение. Ну, сохранение прошло, значит, все. Все удачно. Во, растяжка. Как ее обезвреживать? Е. Так, мина обезврежена. Отлично, Марлоу. Профессионал! Судя по мини-карте, надо идти тут тихо. Если по-любому сейчас будет растяжка. Блять, какая опасная миссия. Но тут ничего нет. Ну, барабаны, кто там? Во, растяжку вижу. Хорош. Ловушка снята. Ха-ха-ха-ха. Блять. Тихо там. Чего такое? Ща еще найду. Во, по-любому. Да ладно, нету. Серьезно? Где растяжка? Чего, блядь, начинается? Я еще тебя даже не дошел. Ёб твою мать. Снайпер пришел. Молитесь богам всем на свете, кому там молитесь. Иди, я прикрываю. Иди, говорю, я прикрываю. Что ты встал-то? Трус. Mantenga la posición. Хорош. Я прикрываю. Где? Ебать. Я ж прикрываю. Чё вы там? Ебать.
Блять, кусты сра. Колумбийский р... Колумбийский рэп. Йоу. Ну все, до точки мы дошли. Твою мать, падать далеко. Так, это просто камушек. Я в порядке. Хуя себе. Все ништяк. Сейчас тебе будет ништяк. Сейчас смотри. Вертолет. Ну да куда дошли? Окопались, сука, как тараканы. Вон там вышка. И еще одна. Значит, мне сейчас надо будет снять с вышки снайпер. Накроем их плотным огнем. Лучше рвануть прямо. Спуститься в русло реки и начать обстрел. А вы сбоку им впердолите. Да, ща мы впердолим. Сержант. Первый готов. Давай в реку! Подожди. Сначала вышку снять надо. Второй готов, теперь в реку. О! Кто? Где? Мне б только тебя найти. Ты где ты, блядь? Пресс, вали в укрытие. Где они? В окошках нету. Да где ж вы, блядь? Да где? Прикрой! Уж с этой стороны. Кого? Откуда стрельба-то ведется? Никого нет. А, вон где. На, блядь. Где? Где? Я не вижу просто где. Там никого, чистота, порядок. Куда все туда стреляют? А, о, блядь. Он готов. Пиздец, за забором стоял. Хуй найдешь. И что делать, тут мост сломан. Что делать-то, блядь? Ну охуеть, ребята, вы. Подскачи. Да где там всех убили? Ребят, вы со мной пойдете, нет? Сказали по реке. Самих нет, хуя. Ребята, я реку зачищаю. Вы сказали, пойдем. Пойдем по реке. Почему не идете? Почему я один здесь? Меня всех тут стреляют со всех сторон. У меня как бы оружие не для ближнего боя. А с километр... Блядь. А, ну я типа в тыл зашел. Все, пизда он. Где вы? Никого нет. Вот здесь он сидит. На, блядь. Гораз бразильский. Какой чист там лупит со всех сторон. Вон бегут. Ха! Сосни! Все? Там двое было.
Ёбаный в рот, это кто? Сельментино, давай, где ты? Сельментино! Сельментино! Выходи. Ты Сельментино. Чё у тебя за оружие хоть? А, ну это для ближнего боя. Ебись. Сельментино. Кто орал? Никого тут нет. Я тоже так могу кинуть. Чисто! Хорошая работа! Сельментино, блядь. Сельментино! Так, это что такое? Ёбаный в рот, ну это для слишком близкого. Вот это мне вообще понравился. Классный. Так, мне бы, ребят, это... Патронов как бы к нему нет. Не предусматривается это. Патрон дай. Во, блядь. Всем пизда. Пулемет. Ха-ха. Вперед! Сельментино, а чем мы вообще ищем? Мы ищем связного или я так до сих пор не понимаю сюжетчика. Вот кого мы ищем, мы кого-то ищем. Вот этого мы ищем. Мы его спасаем. Ага, туда, кажись, ведут. Укрепленное местечко, я бы сказал. Сейчас будет жесть. Я снайперскую винтовку как бы, если что, выкинул. Все. Так. Вот это мне, наверное, не нужно. Я, наверное, это сменю на... На вот это. Да, вот. Пехота противника. На том берегу. Берегись! Вертолет. Картошка русских. Черт, их тут не должно быть. Русские! Значит, кто-то прислал. Хорош. Атакуем по твоему сигналу. Покажем им как следует. Покажем им! Я сюда иду. Я с фланга. Блять, я отсюда не достану. Двоих сняли. Снайпер, заработай, детки. Сосать, сосать, сглотать. Это наш. Иди, блядь, отсюда. Иди ты, блядь. Снайпера тут хотели. Снайпер, блядь, всех нахуй сейчас. На, блядь. Чё ты там своей пукалкой, блядь, тут пукаешь? Ты видал, какая у меня, блядь, это... Линза, ёбаный враг. Я вижу то, что ты, блядь, сроду не видал. Грантаузо. Смотри, какая Грантаузо прилетит. Опа, прямо в рот. Любишь в рот Грантаузо? Иди сюда. Гори, 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 гори. Сука, мучайся. Даже убивать тебя не буду, чтобы ты сам сдох собственной смертью. Так, подождите, мне патроны надо. Чик-чик-чик-чик. Никого? Отлично. Где у вас все женщины? Ну, женщин нету. Так, и что у меня вот такая? Сгорел, падла. Опа. Пулемет! Ложи! Черт подери! Да он нас перестреляет. Брэд, он со мной. Обойдем флангом. А где он? Ого-го-го-го, пулемет, это вещь опасная. Я запутался. Где он, пулемет? Объясните мне. Где я его убью сейчас? Это наши. Что делать-то? У меня есть что... Господи боже! Это наш? Это наш. А чего делать-то? Задание. У штурма плота боевиков. Ну, и все. Что делать? Все, я его убью, смотри. Профессионал. Где он там? Под огнем. Блядь.
А, ты типа, блядь, так бы сказали, что с тобой идти. Ну и тут вот это надо взять. Меня убил. Я там как герой, блять, отечества. Пулемет! Ложи! Черт подери! Да он нас перестреляет! Престон со мной! Обойдем склад! А, я спрятался, сука. Это наши. Ты чё, я тебе прям в дырочку стреляю? Не надо мне пиздить. Я ему прям стрелял там, где не было защиты. Чё вы мне врёте? А, его убили. Вот мне пиздят то, что типа он под защитой был. Патрон мне дай. Ебать моща. Куда идти-то теперь? Обратно? Хорош, зачем тогда защищали? Двигаемся к укрытию. Блять, откуда они прыгают? Какой-то Вьетнам, честное слово. А где? Еще бы знать, где они. Блять, они. Ебать, там вылезло. Найди укрытие. Я в укрытии, я не знаю, как он сквозь дерево-то. Как он сквозь дом стреляет, я не понимаю. Для чего тут здание это сделано? Ничего не понимаю. Что-то, блядь, сквозь опять. Там приехал, блядь, БТР, сука. И почему-то он сквозь дом стрелял. Я, во-первых, не понимаю, почему он сквозь дом стрелял. Да кто? Почему меня опять сквозь дом? Я ничего не понимаю. Я стою за стеной деревянного дома. Меня убивает второй раз подряд. Чё за дебилизм, блядь? Ребят, вы хоть, блядь, для чё дома-то здесь стоят? Чтобы они закрываться, ёб твою мать. Ну что за нахуй с этим пулеметом? Там, блядь, сквозь дома стреляют пули. А мы тут с этим пулеметом. О, вот сейчас почему-то меня не задевает. Вот, я ему прям... Там где нет защиты. Вот, прям в глаз, между нос.
Нет, не засчитываются. Перезаряжаюсь! Гранат киньте мы туда, ебаный враг. Тут, блядь, полчаса тут с ним перестреливаться. Дальше что делал? Не понимаю, что меня убило здесь. Да, блядь, где ты там? Чисто! Вы то стреляете, то не стреляете, блядь. Чего он не умирает? Да, там сейчас приедет БТР, и чего? Не умираешь с первого выстрела, я не понимаю. Где? Мне нужно прикрытие. Да еще бы знать, где, блядь. Великолепно. Блядь, одни палки, деревяшки, блядь, какие-то палатки. Мерда! Куда ты еще такие? Вот, там сейчас хуйня приедет. Что делать? Она сквозь все дома стреляет. Во! Видели, что делать? Я уже убежал, три дома пробежал. Она все равно меня убивает. Вы видите, что происходит, нет? Я от нее два дома пробежал. Она все равно меня задевала. И как ее убить? И похуй. Ну, фару я сломал. Дальше чего? Во, видите, что происходит? Ей похуй то, что тут дома стоят. Может вот это взорвать? Нет. Покидайте место. А куда мне еще деваться-то? Чего делать-то? Штурм боевиков. Как? А, там вон хуй. Делов-то. Дурак, блядь. Нахуй тебе бронемашина, если ты из нее вылез. Все, что ли? Ебёшься. Куда дальше? Ты хорош, какая длинная миссия-то. Какой ты... парк? Что это? Христос. Пизда, Иисус. Блять, он прям перед вами, вы чё его убить не... Ой, блять, ой, лохи. С такими лохами, блять, только в разведку ходить, конечно, ёбаный в рот. Он прям перед ним бежит, они стреляют, блять, в небеса. Чё такое? Чё это такое? Я по-любому танк приеду. Т-72. Он здесь. Во! Эй! Да! Все на землю! Долбани с РПГ! Я сделал это. Ну, меня как-то прикрываете, нет? То есть я должен с РПГ и против... Прикрывать ты как бы, ёб твою мать, от пехоты-то надо, ёбаный в рот. Не понял, где мне пойдет. Ну
попал. Что не так? Да два раза. Черт, похоже, вертушку послали за ним. Давай, вперед, вперед. Где? Че ей ёбнем? Все, пизда, вертолет. У меня еще 5 снарядов. Вот он! Не убивайся! Он может живым! Стреляй же! Все! Для снайпера это было... Раз. Майор Игуэр. Пукнуть. Майор это? Оружие. Нормально. В расчете. Сэр, мы от генерала Брэдвуда. Должны вам кое-что показать. А я ну, где? Я это кто из них? Вот этот? USB. И чё там? Мне самому интересно. А, это мы нашли эту бомбежку. Чёрт, они всё-таки справились. Брэдвуд сказал, это фальшивка. Конечно, фальшивка. Я же предупреждал, что так будет. Они бы не стали туда везти рабочий образец, мы это знали. Неужели? Пару месяцев тому назад мы установили канал связи на старом французском метеоспутнике. Взломали сеть грузинских вояк, узнали много интересного. В том числе о фальшивках. Затем явились эти ребята. Забрали все данные? Да. Копий нет? Где? Это что значит? На небесах? Чего? Где? В небо. Ну ладно, эту миссию в небо мы, собственно говоря, с вами начнем в следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за комментарии. Всем удачи, всем пока.